Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка, тоже небольшая, как и предыдущая. В этот раз пришли уровни и вариант заглушки на горячий башмак, если в случае у вас на камере отсутствует. Кстати, заодно протестируем дополнительно объективы, которые были продемонстрированы в прошлый раз, а именно объектив Ulanzi, который стоит сейчас на камере AS, и второй объектив APX-L, который стоит на смартфоне HTC. Оба объектива аноморфных, и сейчас при помощи этих объективов мы сожмем картинку и получим результат 21:9. А подробнее о них можно посмотреть в других видео, которые подсказки выскочат, как обычно, в правом верхнем углу для всех желающих ознакомиться. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. В данном варианте на данной камере у нас заглушка на горячем башмак присутствует в таком варианте. Но почему были куплены именно данный вариант? Этот уровень необходим для того, чтобы, например, держать горизонт. Несмотря на то, что на голове штатива есть горизонтальный уровень, держит горизонт. Единственное, горизонт он держит в момент, когда вы устанавливаете, он находится под камерой. И этот вот уровень не виден, когда вы установили на нее камеру. В случае, если вы вдруг что-то сдвинули случайно при установке и так далее, вам опять приходится снимать и тому подобное. А здесь просто разместил на горячем башмаке. У вас два в одном. И как заглушка, чтобы не пачкался горячий башмак. Плюс еще и уровень. Пришло в таком вот варианте. Здесь вариант был поставки 4 сразу же, как говорится, про запас. Либо на другие камеры, если присутствует. Причем был указан, что используется для камер Sony, но прекрасно и подходит для других камер. Судя по всему, они универсальны сами по себе. Просто, наверное, камеры Sony чаще и быстрее продаются, хотя и еще не факт. Давайте посмотрим, что к нам пришло. Пришел пакетик. И в этом пакете 4 одинаковых уровня заглушки на так называемый горячий башмак. Можно, конечно, использовать и не только для горячего башмака, можно использовать и для других вариантов, если вам позволяет такая возможность. В моем варианте можно использовать и на ригах, он прекрасно залазит в те размеры, и тем самым тоже устанавливать горизонт непосредственно на этом риге, чтобы у вас камера смотрела, трогая в горизонте. Вот такой вот уровень там, жидкость, как обычно, пузырек. В центральной части у нас располагается непосредственно горизонт выравнивается. Давайте посмотрим, как этот уровень будет сидеть непосредственно на камере. Он достаточно плотно входит и прекрасно размещается на камере. Как мы видим, никаких проблем особых нету. И в настоящее время у нас непосредственно выставлен горизонт, потому что пузырек сейчас находится непосредственно в центре. Камера стоит у нас в горизонте, держит правильный горизонт, не заваливается ни вправо, ни влево. Кстати, это тоже актуально для тех камер, у кого внутри нету электронного горизонта. Просто у некоторых камер внутри есть электронный горизонт, благодаря которому можно этот уровень горизонта правильно выставлять. А вот у некоторых камер такого электронного горизонта нету. И как вариант выхода, чтобы поместо заглушки использовать, плюс еще и горизонт. Выполнен он из пластика, достаточно все красиво и хорошо. И прекрасно размещается на камере под лицо, тем самым не нарушая его эстетические камеры свойства. И еще дополняет практические свойства, именно, как еще раз повторюсь, выравнивает горизонт. Вот так. Такой вот уровень пришел непосредственно с Китайской Народной Республики, достаточно хорошего качества, выполняет свои функции. Каждый решает сам, нужен ему это или нет, а я свой осознанный выбор сделал и результаты предоставил вам на общее обозрение. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.